Весело, багет достали. Большой ящик и... Ничего такого круто. Это мистер Пи! Мистер Пи! Опять бойцов. Мы посмотрим, что делать мистер Пи. Как я помню, он типа вызывается. Вот это вот маленького единорога, можно сказать. Но оно помогает тебя, типа, потолкнуть его. Где вы такое увидите, что сразу гейл выпал и мифический? Играть, продолжить. Правильно выбрал Старс. Да, вы догадали. Пусть Ричана. И как вы видите, у меня уже 7928 кубков. Скоро на Эмс. Ну, Эмс достану, короче. Еще подарок сейчас там возьму. Смотрите, я накопил, да, Гейла, да. Как вы помните, в прошлый, ну, в прошлом видосе я показывал, что я купил Бравл Пасс за свои демасы. И вот я накопил до Гейла. А может, не только Гейл будет. Ну, вдруг. Окей, давайте откроем сначала маленькие сундук. Ничего такого крутого. Да. Кстати, что тут у нас есть купить, что там? Ну, фигня какая-то. Окей, давайте. Теперь большой ящик. Думал долго почему-то. О, давайте посмотрим, сколько у меня шансов на легендарку. Не знаю, как посмотреть, вот тут заходишь и вот туда. Ого! 1031. Это нормально. Я так думаю. Окей, давайте откроем этот сундук. Монетки и прокачки. Ну и этот бонусный предмет, с которого увеличивает нам эти монетки. Ой, нет. Ну, эти, да, монетки. Эти белые монетки. И давайте большой еще. И монетки и прокачки на Пенни, на Ниту и Дарила. Так, теперь очки силы для Ниту, да. На Ниту. Очки силы, да. Для Ниты. О боже. Окей, давайте теперь ящик. И монетки. И прокачка на Карл и на 8. 8. На Дэрила. Ну, погоди. 200 багет достали. Большой ящик и... Ничего такого крутого. Мистер Пи! Что? Как? Что? Это мой самый везучий день в моей жизни. Мистер Пи! Мой бравлер. Капец, как повезло. Мы тебя обязательно испытаем. Вот это реакция. Думал, что ничего не выпадет. Так, монетки. Да, сегодня у нас две новых бравлера. Мистер Пи и Гейл! Пумс, пум-пум-пумс, пум-пум-пум-пумс. Пумс, пум-пум-пум-пумс. Хроматический боец. Пумс, пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Это круто, я давно уже хотел этого бравлера. С
что у меня две новых бравлера. Крутяк. Теперь будут новые квесты, я думаю. Да. Что-то в новости. Тут ничего такого. Видео. Не знаю, что это за видео. Окей, давайте испытаем. Мистер Пи. Давай. Ой, одиночная. Играть. Мы сегодня испытаем две новых бравлера. Мне очень повезло сегодня. На. Ломаем. О, очень круто, он стреляет. На. Здрасте. Кто там у нас? Кто тут? А, Джеки. Так, почему сейчас нельзя эмоции показывать? Странно. Где осталось 5 бойцов? Давай посмотрим, что делает мистер Пи. Как я помню, он типа вызывает вот этого маленького пингвина-робота. Именно пингвина-робота. Не настоящий. Так. Отбираем. Банки. Здрасте! Идите сюда! Не сегодня везут уже. Не, он не хочет. Окей. Он живет. Нет, можешь этого уничтожить. Если, конечно, получится. Нет. Спики. Убили, да! Первое бедство. С первого раза. Уже второй раунд. Да, мистер Пи. Я очень рад, что мне выпали две новых бравлера. Да. Это круто. Скоро уже будет 31 уровень и достанем новый значок. Я так думаю. Так, давайте посмотрим, как за Гейла тут играть. Думаю, за него будет очень круто играть. Хроматический боец. Крутюк. Нет! Он достаточно... Ну, он так себе, да, могу сказать. Но оно помогает тебя, типа, подтолкнуть его, чтобы он тебя не убил. Можешь так выжить. Опа. Так, идет. Там какой-то китаец. Что там китайский ник? Бум-бум-бум! Я тут главный, у меня ведь Гейл, а у вас нету. Ну, сами Брал Пас не копили. Да не зря. Мне друг говорил, лучше купи скин, но я решил лучше, что Брал Пас. Так будет лучше, да, шаги. Ура, уже второй ранг, Гейл, Пинс, Пурумс. О, уже значок я достану. И монетки. А монетки, конечно, заберу. И значок Гейла. Так, что там, кстати, в магазине? О, мне надо как раз Нику на 9 ранг. Чтобы она могла, типа, ну, вы поняли. Что она могла бы? Чтобы я мог уже достать этот, как называется? Гаджет, а вот этот, а, вот звездная сила. Хорошо. Так, окей. Вот это Шелли. Теперь она тоже 8-я сила. Вот, давайте последний раз поиграем за Мистер И.
парное. И тогда закончим ролик. Очень крутой ролик сегодня. Ну и день тоже, конечно. Где вы такое увидите? Что сразу гейл выпал и мифический выпал. Ну хорошо. Но читерский не можно выпасть. Только вот там. Я тут долго трудился. Прикол, я за 2 дня смог 30 уровень сделать. Ну, бегай. Это не смешно, как он делает это. Я взял хотя бы банку. Ну, уже 3 команды осталось. Мы можем победить. Ну да. Можем. Но вряд ли. Так. Там моя пума мяу-мяу делает. Ну, типа, кошечка. Она серьезно. Ну-ну-ну-ну. Пума, угомонись. Мяукает. Пума, угомонись. Я сейчас играю. Окей, я сейчас перейду. Ну, я вернулся, да. Этого пуму угомонил, да. А я такой подумал, а что если будет до конца сезона? Что будет? Ну вот типа дождем 1 часик. 1 час спустя. Ну что? Прошло 1 час. И что тут у нас за 20 секунд до конца сезона? Сейчас мы узнаем, что будет. Типа до конца сезона, что это? Как понять? Я не понимаю. Окей, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Назад к текущему сезону. А тут новый сезон. Новый бравлер. Это круто. Но только я не успел скин на Гейла. Ну что подел? Ох, там уже 70. Нет. И тут надо покупать новый Бравл Пас. Вы серьезно? Не, я не буду покупать. Эй, я не смогу, простите. Я покупал Бравл Пасс. Вау. Я, скорее всего, не смогу достать этого бравлера нового. Да, хромочительский. Как он разговаривает? Ну да, вот так. И вот, серьезно. И квесты теперь меньше. Бравл Старс меня разочаровал. Блин. Ну что поделаешь, да. И надо Бравл Пасс другой покупать. Да вот. Даже скин на его есть. Вот. Ну, я уже буду прощаться. Подписывайтесь на мой канал, просто я стараюсь. И часто выходят новые ролики. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать другие интересные ролики, новенькие.
Ну и стримы, конечно, тоже. И пишите комментарии, будет мне интересно почитать. И ставьте много-много лайков. И всем пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!